Коктейль, welcome drink и куча еды. При входе мерят температуру, пойдемте со мной. Ужин начинается в 19.00. Давай. Опа, помедленно. Выходим, что-то что-нибудь взять. Вот, смотрите. Что здесь есть? Коктейль. Раке. Аккуратненько. Тут какую-то вкусняшку. Вот такую. Не знаю, что это. Ну, а это турецкие какие-то блюда. Подождите. Ага, вот он. Метлюке. Круто. Турецкое блюдо. Ага. А это какой-то десерт. Смотрите, какую красоту делают. Это я жду. Сейчас я буду это кушать. Еще передарим. Когда вы выходите, вы можете взять шампанское. Ну что, поехали дальше. То, что десерт вы видели, какой делают. Значит, суп чечевичный, судя по всему, и вегетарианский фестиваль суп. Не знаю. Вкусные супы, мне их нравятся. Уголок хлеба, выпечки. А пойдемте вот сюда. Печеные овощи. Лепешки. Здесь у нас зелень, помидоры. Продукты, мидии. Не знаю, что такое, но мой друг брал это. Закуски. Мясная тарелка. Сыр. Красная рыба. Диабетика, диетического питания. Диабетика. Угу. Фрукты, инжир, дыни. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. 15 видов фруктов. Вот еще нектарины, персики. Несколько видов винограда. Детский буфет. Картошечка. Смотрите, какое печеное яблоко малышу сделали. Круто, да? Сосиски подержать? Оп.
сама себе. Опа. Вот они. Турецкие сладости и печеное яблоко в карамели. Сладости, смотрите, сколько их здесь. И они вкусные все. Вот это самое главное. Не количество, а то, что они реально все вкусные. Их делают здесь очень и очень вкусно. Который вызвал проблем с здоровьем при употреблении. Интересно. Центральный островок Крис. Не знаю, что это такое, ребята. Картошка. Что-то фаршированное. И баклажаны фаршированные. Котлеты, овощи, ох, какой пар, рыба, перцы фаршированные, мясо тушеное. Идем вот туда теперь. Ну что, поехали дальше. То, что десерт вы видели, какой делают, значит, суп чечевичный, судя по всему. И вегетарианский фестиваль суп. Не знаю. Вкусные супы, мне их нравятся. Уголок хлеба, выпечки. А пойдемте вот сюда. Печеные овощи. Лепешки. Здесь у нас зелень, помидоры. Баранина, запеченные овощи с мясом, котлеты, баклажаны, лук. Картошка, рыба, курица, мясо, овощи. Так, что у нас здесь? Шашлык, кебаб и шашлык из баранины. Здравствуйте. Вот помните, нам парень этот готовил. И смотрите. Как вы думаете, что это? Ягненок. Ну что, ребята, я вам показал. Повар. Hello. Я вам показал все, что здесь есть. Выбор большой. Это ужин, обычный ужин. Всегда здесь так происходит. И рыбный, или мясной день. Но вот кормят от пуза так, что животы трещат. Рекомендую этот отель по питанию. Но это просто бомба какая-то. Быстренько по сладостям пробежимся. Очень много, как обычно. Такой полет. Ведро мидий. Это вот на что стоит обратить внимание. Интересно сервирована мясная тарелка. Также достаточно интересно рыбная. Это красная рыба, если непонятно. У них очень много фруктов. Было до 25 видов, я считал. Сегодня в районе 18. Маловато. Представляете, 18 видов фруктов.
Ну круто, да? Шоу ребята устраивают на входе. Попробовал вот эту красную штуку, но это такая. На любителя очень. Очень на любителя. Дым палит. Вот. А здесь шеф-повар готовит, видите, как он это делает. Пойдемте, я покажу вам еще то, что меня зацепило. То, что здесь круто. Я не знаю, что это такое. Попробуйте, гадости счета. Там вино, это раки, а вот это какая-то местная их штука, она такая кисло-соленая, кисло-соленая, ну такая острая. А это вино. Вот так вот готовят с холодным туманом. Круто, да? И здесь тоже. Are you YouTuber? Yes. This is... Я не знаю, что это такое. Я взял, но вот такая штука. Она соленая, кислая. Пахнет как гранат, но на самом деле такая... Рекомендую. Попробуйте. И я вам покажу, ну, из мяса, что сегодня интересного. Это ягненок целый. Целиком. Видите, какой он, да? Моя рука. Ягненок. Громадный. Ну вот, в принципе, чем я вас хотел сегодня удивить на ужин, я вам все показал. Крутой отель, рекомендую. Я надеюсь, у них не испортится питание, но сейчас я очень доволен. И все мои друзья, которые уехали, сегодня уехало 10 моих друзей, которые здесь отдыхали, никто не сказал, что им не понравилось здесь.